На острове Татыши в Красноярске состоялся детский пасхальный праздник. Поздравить детей и их родителей прибыл правящий архиерей, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Участниками праздника стали наставники и воспитанники Красноярской православной гимназии, воскресных школ и молодежных клубов при Красноярских храмах, муниципального детско-юношеского хора «София», детского дома номер 3 и Центра защиты материнства и детства во имя святых Петра и Февронии, а также хоровые и творческие коллективы Красноярских храмов. Празднование на открытом воздухе в рамках 17-го Красноярского краевого пасхального фестиваля искусств и благотворительности прошло впервые. Программа включала в себя благотворительную выставку-ярмарку «Пасхальная радость», выставку-конкурс «Пасхальное яйцо», концерт детских и юношеских коллективов «Пасха красная», спортивные эстафеты и состязания в различных видах спорта и праздничную трапезу. Открывая концерт архипастырским словом, владыка Пантелеимон отметил, что суть православия – это прежде всего любовь, которую Господь явил людям, и любовь родительская и сыновья, которую нужно хранить и беречь. В подарок от красноярских воскресных школ митрополиту Пантелеимону вручили сувенир на библейскую тематику – ковчег с фигурками животных. Почетный гость фестиваля, руководитель Московского отделения Императорского православного палестинского общества Юрий Смирнов, вручил владыке Пантелеимону бронзовый знак почетного члена сотрудника общества. За помощь в проведении праздника памятными грамотами архипастырь наградил организаторов мероприятия. Среди участников праздника нашлись и свои изобретатели. Это воспитанники детского дома номер 3, которые собственноручно изготовили машину из дерева и подручных материалов. Праздник в честь Светлого Христового Воскресения собрал большое количество зрителей, в том числе и тех горожан, кто просто планировал отдохнуть на острове воскресный день. Но и они смогли приобщиться к радости Христового Воскресения.